Всем здравствуйте! Вы на канале Строй Гарант Анапа. Кто не смотрел первую часть ролика, где мы взяли небольшое интервью у владельца данного уникального проекта, обязательно посмотрите. Ну а если уже посмотрели, тогда представляю вашему вниманию дом мечты на юге в жилом комплексе «Жемчужина». Итак, почему этот проект уникальный? И как сделать себе уникальный проект? Изначально в проект дома закладывают планировочные решения и отделку по стандартам компании. Но бывают такие случаи, когда клиент хочет внести изменения под свои предпочтения. Причем иногда эти изменения довольно немалые. Как, например, в данном проекте, где вышло целых 180 квадратных метров. По планировке первого этажа мы видим, что у нас имеется 3 спальные комнаты, в одной из них с отдельным гардеробом, коридор с прихожей, санузел, очень просторная гостиная, совмещенная с кухней, и лестница, ведущая в подвал. Отделка выполнена по предпочтениям хозяина дома, поэтому результат вы видите налицо. Планировка подвала выглядит следующим образом. В комнате отдыха 31 квадратный метр у нас предусмотрена бильярдная зона. Далее расположен душ и там же сауна. Поделитесь своим видением, как бы выглядел ваш дом мечты. Только давайте без самолета в гараже, а в рамках реальности. Не забывайте, что в этом месяце у нас проходит розыгрыш, где победителей будет достаточно много. Все необходимые ссылки есть в описании под видео. Ждем вас в нашем телеграм-канале. До скорого!